4-й школе ученики решили необычным образом отметить 1 апреля и устроили соревнования бантиков. В этот день не только красавицы-девочки украсили свои волосы и одежду этим аксессуаром, но и мальчишки тоже. Вешали, цепляли и закрепляли ребята максимальное количество бантов. У кого-то поместилось только 5, у кого-то 10. Но оказались среди них и герои. Победителя высчитывали с математической точностью. Ведь каждый бантик был хоть и не на вес золота, но на вес призовых сладостей точно. Подсчитывали мы итоги на доске. Ну, точнее, девочки уходили в коридор там подсчитывать бантики, а мальчики тут оставались. С большим отрывом от соперников победителями стали брат и сестра Дмитрий и Яна Гуща. Я набрал 13 бантиков и выиграл, занял первое место. И моя сестра тоже заняла первое место. Яна подошла к соревнованиям очень творчески и пришла на конкурс в блузке, на которой уже красовалось 6 милых бантиков. Отличный старт и предсказуемая победа. Я ожидала, что выйду. Сначала, когда я пришла в класс, там вообще почти ни у кого не было бантиков. Мы здесь делали, я тоже чуть поделала. И мне брат тоже дал несколько бантиков. В любом конкурсе есть победители и проигравшие, но только не на конкурсе бантиков. Всем ребятам достались сладкие подарки и отлично первоапрельское настроение. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.